Спросите все. Сюда. Дед Сек тут. Ну, живей сюда. Сдавайся. И никто не пострадал. Сюда. Всем патрулям. Ряд мобильный несколько подозреваемых. Принято. Цель вооружена. Прием. Цель пытается уплыть. Цель пытается уйти на катере. Прием! Для задержания цели были отправлены дроны. Поиск. Кто они?
они совсем не те. Я сюда не наведывался с тех пор, как, в общем, как все произошло. Прямо скажем, сложновато шутки шутить в таких местах. Здание уже несколько месяцев должно находиться на реконструкции, но здесь нет никого, кроме охраны. Немного подозрительно, да? Есть такое. Ладно, Бегли, что мне искать-то? Устройство или модуль, от которого исходит сигнал. Похоже, источник где-то среди завалов. Thank you.
звучит уже не тем. Знаете почему? Пирсон. Язык. Жуть. Какая милая девочка. А знаете зачем? Все для орального секса. Как подумаешь, аж так. Кто-нибудь видит цель? Иду дальше. Твою мать! Вот оно. Сигнал исходит от этого фрагмента бота-паука. По внешнему виду установить принадлежность не удается. О, бедняжка. Что этот малыш тут делал? Трудно сказать. Но можно попробовать воссоздать события в ДР и выяснить, имеет ли бот отношение к теракту. Получи доступ к ближайшим ретрансляторам, чтобы собрать достаточно данных для воссоздания сцены в ДР. Отлично. Осталось два ретранслятора. Проверю там, где его видели. Пойду проверю. Ищу укрытие. Еще один ретранслятор, и все будет.
должно хватить. Теперь взять аудио из этого потока, видео из этих 36 и... готово. Вернись к боту, и я покажу, что случилось в ночь перед взрывом. Да, все ясно. Идет восстановление данных DRCTOS. Друзья, доставили? Думали, мы вас кинем? Не верю, сам Келли. Келли? Клан Келли? Эта шайка взорвала Лондон? Похоже на передачу товара. Келли вроде просто поставщики. Понять бы, с кем была встреча. Похоже, бандюки сами не знали, кто это. Может, нулевой день? Так хватит прохлаждаться, ищи ответы! Бэкли, пошаманишь насчет того, кто управлял ботом-пауком? Я завершил расшифровку сигнала. Определить оператора не могу, но такой код связи используется лондонской полицией. Полиция просто смотрела на все это? Чтобы увидеть продолжение, нужно пройти дальше. Как я удачно захватил с собой генератор квантовых тоннелей. Технология квантового туннелирования появится минимум лет через 10, а боты и дроны уже тут. Используй их, если не хочешь ждать. А это мысль.
Направь свои человеческие глазные яблоки на содержимое фургона. Я понял. Это гексогены системы детонации, идентичная той, что применялась в здании парламента. Нулевой день, точно говорю. Вот, живее, у нас еще доставки. Так вы разбудите друзья по всем точкам? Заткнись, тебе знать ни к чему. Черт, значит, нулевой день подбил на теракты несколько отдельных групп. Разумный подход, когда нужно организовать серию взрывов, сохранив анонимность. Нулевому дню требовалось найти ресурсы и людей, но максимально от них дистанцироваться. И не нужно быть величайшим ИИ-детективом, чтобы заметить, что наибольшую выгоду от событий после терактов получили клан Келли и Альбион. Увы, это все, что мы можем получить из сцены, воссозданной в дополненной реальности. Но если найдем таинственного офицера, который шпионил здесь с помощью бота-паука, можем узнать что-нибудь еще. Следил серийный номер бота-паука. Его приписали к новому Скотланд-Ярду 3 года назад. Возможно, там мы найдем информацию о его операторе и задании. Выходит, полиция знала все про взрывы, но решила молчать. Бэкс, похоже, мы раскроем тайный заговор. Будем делать выводы, когда посетим новый Скотланд-Ярд. Все тихо.
такой ситуации дал отпор. Срочный вызов. Цель в вашем районе. Принято. Действуем по инструкции. Прием. Сейчас врежемся! Отправьтесь на машину скорой помощи! Вижу цель. Прошла КПП. Патрулям. Видели нашу цель? Прием. Эй, все люди. Прекращаю поиски, возвращаюсь в штаб. Шевелись! Так явно под каблуком Альбиона. Как и полиция в целом. Но ты не волнуйся, если тебя не устраивают бандиты в армейской форме, всегда можешь просто переехать куда подальше. Вот вроде бы нахер копов, но ведь Альбион тоже нахер. Блин, я запутался. Не о чем беспокоиться, отличий не так много. Другая униформа, штурмовые винтовки и тот факт, что они служат не обществу, а тем, кто им платит. К делу. Если мы хотим найти записи или информацию о нашем боте-пауке, нужно двигаться дальше. Нашего агента везут в больницу, где он пока что и останется. Опять? Надо быть осторожнее. Вперед! Кто-то стреляет!
Брэдли. Это точно наша цель? Судя по серийному номеру, это вторая половина бота-паука, найденного на месте теракта на ТНМ. Можешь определить, кто им пользовался? Выведи бота-паука из этой комнаты. Чтобы узнать больше о нашем расчлененном друге, нужно прямое подключение. Я все понял. Отправляю координаты. Доложите обстановку. Боишься меня? Держись быстро! Все, тебе хватит! Я видел. Ложись! Пошел! Атакую цель! Это диспетчер. Рядом с вами сработала сигнализация. Проверьте. Помогите мне! На помощь! Смотрим, Боба. Видел его там!
33, отправляю координаты. Доложите обстановку. Атакуем противника. Срочно к месту происшествия. Срочный вызов. Ближайшие патрули, отзовитесь. Чёртова сигналка. Надеюсь, это не сбой. Дрон, начать поиск. Сигнализация. Высылаю координаты. Доложите обстановку. Помощь!
сработала сигнализация. Высылаю координаты. Доложите обстановку. Где твои мозги? Вот и славно. Кажется, это начало прекрасной дружбы. Логично предположить, что человек, которого Альбион счел нужным держать под замком, может пригодиться нам в будущем. Да.
Думаю, можно пробраться через то отверстие. Даже поврежденный, потерявший часть ног, бот-паук может прыгать и перемещаться по вентиляции. Хороший способ незаметно двигаться по зданию. Это же маска Далтона. Возможно, это все, что от него осталось. Скорее всего, ее привезли из здания парламента. Просто охренеть! Откуда столько мусора? Придется прыгать, чтобы перебраться через него и добраться до следующего вентиляционного отверстия. Будет бороться с преступностью эффективнее, чем полицейские, которые тут уже черт знает сколько. Если рассматривать охрану правопорядка как бизнес-модель, все меняется, переловят всех преступников и все будет охота, так? Так что не смейте говорить, что Альбион у нас беспокоится. Ничего подобного. Альбион был бы не нужен, если бы полиция справлялась со своей работой. Thank you.
Ты почти на месте. Продвигайся через последний вентиляционный канал, пока не увидишь отверстие наверху. Готово. Сканирую бота паука. Получаю доступ к хранилищу данных. Пока я занят анализом, советую скрыться. Если, конечно, не хочешь объяснять вооруженным до зубов представителям новых правоохранительных органов, что тебя заставило вломиться в участок. Ладно. Найденная тобой часть бот-паука содержит GPS-модуль, который регулярно отправлял координаты бота на наземную станцию связи. Потайное место? Очень интересно. Передаю координаты станции.